Пакетик МакКофе 3 в 1 стал для Кайрата Мырзакулова драгоценным в буквальном смысле. Уже 3 года Кайрат отдает предпочтение исключительно любимому напитку. 28-летний парень даже и не подозревал, что наслаждение вкусом может так гармонично сочетаться с солидным выигрышем. 100 тысяч тенге оказались весьма кстати. На них Кайрат сделал ремонт и погасил часть банковского долга. Мне позвонили вот с утра, вот обрадовали, вот что я стал счастливчиком, вот. Ежедневного приза 100 тысяч тенге, да, вот, это акции, да. Ну как, я вполне доволен. И плюс к этому, да, плюс к этому вообще, как сказать, МакКофе, у МакКофе очень хороший вкус, очень приятный, вот, честно скажу, вот, можно сказать, самый лучший. Таким счастливчиком, как Кайрат, может стать любой. Условия участия в розыгрыше денежных призов довольно просты. Достаточно купить упаковку либо штучные пакетики МакКофе или чай МакТи, заглянуть внутрь, найти 16-значный код и отправить его с мобильного сообщением на номер 1516, либо зарегистрировать код на сайте mackoffee.kz. При этом нужно указать фамилию, имя и название города. На следующий день, если ваш код побеждает, то есть с вами связывается наши непосредственно руководители, отдел маркетинга, и уже с поздравлениями вас, то есть вручается вам вот этот приз. Буквально на это уходит 2-3 дня. У нас каждый день разыгрывается 100 тысяч тенге. Это период проведения октябрь-ноябрь месяц. Раз в месяц мы разыгрываем 1 000 000. И дополнительно топ-20 лучших отправителей у нас получает по 500 единиц. Это ежедневно тоже. Участвуя в розыгрыше денежных призов от МакКофе, 7 южан выиграли по 100 тысяч тенге. Обладателем 1 000 000 стал житель Шымкента Нурболат Дарибаев. Так, областной центр Шымкент стал лидером по количеству выигрышей. Компания МакКофе, которая успешно реализует свою продукцию на рынке Казахстана на протяжении 20 лет, будет награждать победителей до 30 ноября.